Святые Тимофей и Мавра жили в III веке в селении недалеко от египетского города Фиваида. Тимофей был сыном священника и служил в церкви чтецом. Он также отвечал за богослужебные книги. В случае необходимости он переписывал старые экземпляры или делал для церковной библиотеки копии редких христианских трудов. В это время император Диоклетиан объявил гонения на христиан. Преследовали и тех, кто хранил священные писания и богословскую литературу. На Тимофея донесли, и он предстал перед судом. За отказ выдать библиотеку и священные книги юношу подвергли пыткам. Его страдания были настолько тяжелы, что сами палачи стали просить судью ослабить истязание. Но тот оставался непреклонен. На суд была вызвана и молодая жена Тимофея, Мавра. Они сыграли свадьбу лишь 20 дней назад. Судья надеялся, что непреклонность Тимофея поколеблется. Но Мавра исповедала себя христианкой и сказала, что готова умереть вместе с мужем. Разгневанный судья приговорил к пыткам и ее. Народ стал возмущаться и требовать прекращения издевательств над ни в чем не повинной женщиной. Но Мавра обратилась к людям: «Пусть никто не защищает меня. Один у меня защитник, Бог, на которого я уповаю». Тимофея и Мавру казнили вместе.